Просыпаемся! Здравствуйте, уважаемые любители лёдных видов спорта! Мы крутили, крутили и, наконец, докрутили! С четвертого подхода, не поверите, 4 раза я вставал в этот поток, никак не мог добрать 4000, получалось то 3700, то 3600, то еще какая-нибудь пака. А набрать-то надо, вы любуетесь вот вид на Италию, вот там где-то на горизонте, вот оно там под облаками, в облаках Турино. Мы, собственно, мы уже в Италии. Это гора Монте-Визо. И я, конечно, поклялся не снимать роликов, пока я не смонтирую все старые, но пройти мимо такого не могу. Потому что не так часто удается на пипистреле долететь так далеко до нашего аэродрома. Сейчас 105 километров, а на Монте-Визе будет 107. Но при этом мы до аэродрома вот долетаем, смотрите, вот 25 метров мы привозим на аэродром. Представляете, какое аэродинамическое качество даже у пипистреля хорошее. А планер бомба, то есть чем больше я летаю, тем больше я его люблю. Ванечка, дай вселенной тебе здоровья, спасибо тебе огромное. Так вот, сегодня мы потратили всего лишь, вот у нас заряд батарейки 73%. И с этими 70% мы можем еще там несколько раз набрать высоту, если понадобится. То есть чувствуем себя вот в этой жопе мира достаточно безопасно. Монте-Визу я люблю. Здесь всегда очень красиво. В Италии, видите, воздух такой мутный. Это вот итальянское болото. Там никаких потоков, все залито такой гадостью, фуге. К сожалению, почти всегда так летом. А во Франции все очень хорошо. 4200 сегодня кромка. Высоты мне, как видите, хватило для того, чтобы я дошел до вершины. На вершине могут быть альпинисты. Потому что они сюда любят залезать. Ну и вообще, конечно, вид поражает воображение. Тот случай, когда говорят, вид на миллион. Ну, в общем-то, ни цента меньше. Мимо креста мы сейчас пронесемся. За горой находится, так сказать, в роторе облако. Главное, не в него не врезаться. Смотрите, я сейчас разгоняюсь. 180 у меня скорость. Тем самым немножко редуцирую высоту и буду иметь большую маневренность. И вот вам крест. Внимательно все смотрим, есть альпинисты. Оп! Ух ты, штук, студы! Вот это я забыл про ветер. Друзья, дует у нас, ничего себе, 35 км в час. Но совершенно неудивительно, что я получил люлей. Я попал в ротор за гору, и там меня так достаточно бодренько тряхнуло. Сейчас я это сделаю еще раз, чтобы вы поняли, что это не случайность. Бах-бабах. Эть-эть. Да, роторочек присутствует. Но, к счастью, присутствует и небольшой динамик. Видите, нас тут придерживает. Вот, можно сказать, набираем на Монте-Визе. Там слева было красивейшее озеро. Я должен вам обязательно показать. В общем-то, впитываете эти виды. Я их видел 100 раз. В общем-то, я 101 могу с удовольствием посмотреть и показать. Туда, конечно, в Италию мы не можем дальше. Потому что если мы туда залетим, то это уже будет залет. Мы оттуда уже не вылетим. А залетать мы не хотим. И поэтому мы мужественно и высококультурно, так сказать, летаем рядом с Монте-Визой. Сейчас пару проходиков сделаем. И после этого торжественно пойдем в сторону аэродрома, потому что мы уже немножко налетались. Собственно, ближайший план это идти на аэродром. Ну, долетел. То есть прям была моя мечта долететь до Монте-Визо на пипистреле. До Матерхорна я на пипистреле долетал, но все это было на бензиновом. А на бензиновом, знаете, летать немножко проще. Не так страшно. А на электричке все по-честному. И ты наедине с небом. Еще вершина. В таком же спокойном, медленном пролете. Нет, альпинистов не зашли они сегодня. Зато коллега есть. Там сверху коллега. Где-то там был коллега. Видишь коллегу? Куда этот змей делся? Улетел. Вот сволочь. Так, а нас, видите, медленно, но уверенно просаживает.
Здесь будет не очень большой зазор по времени, потому что как только я почувствую, что пора валить, я буду валить. Там несколько перевалов, которые обязательно нам нужно пройти. Ой, завораживающее зрелище, конечно. А тут какие перевалы? Вот эти. То есть нам нужно по вот этому хребтику пройти и прыгнуть, потому что ближайшая посадка вот там, до нее 50 км. Мы, естественно, летаем по конусам. Сейчас мы долетаем, ну, вы видели, да, по цифрам, что мы долетаем до дома, а, соответственно, до всех ближайших аэродромов. Это Сан-Крепан, это Гапталарт, это Аспор, Систерон. В общем, аэродром у нас как грязи. Плюс, если хотим, вот можем вот так, нос в планету, Турино Интернешнл, но только очень дорого будет. Международные аэропорты, планер приземляется, а наш даже и сам может зарулить на стоянку. Но как бы где-то от 500 до 700 евро такая развлекуха. Надо будет как-то для смеха попробовать, как вы считаете. О, если глубоко уважаемые спонсоры скинутся, полетим в Турино Интернешнл или в Ниццу какой-нибудь. Ой. Снега на Монтевизе немного, как вы видите. Уже растаял. Дует, почему я, на чем я держусь? Динамик. Ветер у нас, вот он, 27 км в час, прямо упирается в Монтевизу, и вот можно так балдеть часами. Обычно так не бывает, то есть приезжаешь к Монтевизе, получаешь люлей, или она закрыта какими-нибудь облаками, и быстро улетаешь. Но, как вы видите в этом ролике, вам бесконечно повезло. Так, ролик пишем до 10 минут, еще осталось 4. Итак, про Пипистрелли начал рассказывать. Ведет он себя лапочка просто замечательно. Какое-то чудо случилось, батарея отбалансировалась в идеал. Заряжается каждый раз на 100%. Мало того, я когда взлетаю, у меня еще на 100 метрах 100%. И, ну, среднестатистический заряд после взлета это 72%, 75%, 76%. То есть можно несколько раз набрать еще в процессе сколько-нибудь высоты. Но вот это превращает этот планер вполне себе безопасный рабочий инструмент, несмотря на то, что его аэродинамическое качество, как вы знаете, не самое лучшее, все-таки как у мидель фюзеляжа. Вот два таких кабанчика помещается. Вот, но помещаются кабанчики с комфортом. То есть, например, здесь сидеть намного удобнее, чем в штемме. Я в штемме сел, у меня началась клаустрофобия. И там полностью зажаться со всех сторон этим колпаком, ну, даже не хрюкнешь. А здесь я вон, даже если прыгаю, не задеваю головой за колпак. Так что, с точки зрения комфорта, конечно, Пипистрелли нет равных. Вот, это раз. Конечно, управлять планером с коротенькими крылышками по 15 метров элементарно, легко. Штопорные характеристики его тоже восхитительные. То есть я пока, честно говоря, забыл, где у него недостатки. Но настоящие боевые спортсмены, которые вырвут очко у товарища, они говорят, как можно на такой помойке летать, она же не летит, он же планирует всего лишь 35, ну, в реальности 40, там, типа в теории 40, а так он 35 километров с километра летит. Ну, это достаточно надежно. То есть, видите, да, база у нас 110 километров, и на 388 метрах мы туда прилетаем. То есть, качество аэродинамическое вполне себе, и база наша вот там за горизонтом. Ну, у нас и высота-то, в общем-то, 3700. Поэтому на качество я все-таки не жалуюсь. Я же не настоящий такой спортсмен, который вырвет очко у товарища. Я спокойный. И Пипистрелли позволяет исследовать небо. Он позволяет засовывать свой нос шаловливый в такие места, в такие дырочки, в которые нормальный человек никогда бы в жизни это не засунул бы. Вот, смотрите, как мы сейчас засунем нос в дырочку. Дырочку видите? Дырка в Италию! Ну я шучу, я туда не полечу. А то потом меня и лицензии еще лишат. Скажут, летает в облаках, хулиганит. Ну хулиганит, да. Видите, какой нескотняк на итальянской стороне. Я Италию люблю. Кормят здесь вкусно, но, конечно, с точки зрения полетов, эта часть Италии не самая лучшая. Неплохая часть Италии. Мы летали в Бассано-дель-Граппо, в Доломитах, там очень классно. Ой. В Риете я летал в Италии. В общем, есть хорошие места, но не здесь. Ну, точнее, вот с этой стороны, с французской, хорошо все. А как только в итальянскую перебираешься, все становится плохо. Так, ну что, на этой оптимистичной ноте подворачиваю-ка я в сторону перевалов.
пора уже и честь знать. У пипистрели есть волшебная скорость. Ой, немножечко заскользил. Где-то 140 км в час, на которой фюзеляж создает подъемную силу, и эта штука уже летит с большим аэродинамическим качеством, не поверите. То есть Magic Speed у него такая есть. Вот я ставлю Magic Speed, и вот где-то там далеко-далеко, за горизонтом, 110 км, домик наш, аэродром. А мы летим, смотрим на дугу Альп, огромную, красивую. Радуемся жизни, передаем вам огромный привет. Летайте на плане, это волшебно. Ну, в конце концов, смотрите видео. Я думаю, с таким видом это тоже не менее волшебно. Вообще, конечно, очень редко сюда можно забраться. Буквально вот таких дней несколько в году, когда вот именно настолько шикарная погода. Ну вот, и сегодня вот, Ивану повезло. Ты как, счастлив? Я уверен, что он счастлив. Счастлив! Ладно, сейчас я сделаю кабрирование. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных спорта, до новых позитивных роликов. А как он сваливает? Ну, если вот так подержать, еще он скажет «Штал!» потом нос планету. Не буду я делать, тут еще мало ли кто-то там летает.